Урок 6. Микшер. Часть 2. Фейдер в процентном отношении регулирует громкость трека на выходе, то есть в колонках или в зале. Параметр Gain, регулирующий усиление сигнала из проигрывателя, изначально установлен на значение 0 дБ, но в процессе работы можно прибавлять или убавлять дБ, изменяя общую громкость трека. Подключив наушники и активировав кнопку Q, можно слушать в них композицию, даже если фейдер опущен вниз. В случае работы без наушников, звук композиции будет выходить из колонок, но при опущенном фейдере будет считаться неслышимым на выходе. Также он не будет слышен и в записи микса. Проверить уровень звукового сигнала на выходе можно с помощью индикатора воспроизведения «Мастер», расположенного в верхней части экрана. Далее расположены параметры управления эффектами, активирующимися нажатием кнопки «On». Доступ к выбору эффектов или фильтров можно получить, нажав на маленький треугольник в верхней части микшера. Программа предлагает выбор из 4 эффектов и 5 фильтров, способных подобно эквалайзеру вырезать определенные частоты, но делать это более целенаправленно. Регулировка громкости звука на выходе осуществляется при помощи параметра Master. Параметр PH Wall используется при наличии 3 каналов выхода – колонок в зале, наушников и колонки монитора, помогающего диджею более детально контролировать процесс сведения. Громкость такого монитора и регулирует данный параметр. С помощью параметра PH Mix можно регулировать громкость звука в наушниках.